На стадионе «Старт» 70 спортсменов из средних и высших учебных заведений Серпухова приняли участие в ежегодных соревнованиях по бегу, посвященных памяти тренера и мастера спорта СССР по легкой атлетике Василия Петрухина. Осенний кросс стал уже традиционным и проводится в шестой раз. Несмотря на дождливую погоду и скользкую трассу, юноши и девушки вышли на старт и показали высокие результаты. Представительницы прекрасного пола бежали 500 метров, юноши – 1 километр. Забег прошел хорошо, несмотря на погоду, то, что дождь идет. Мне больше нравятся короткие дистанции, потому что я чувствую силу и скорость себе.